Сегодня 24 августа 2021 года, примерно в 14:30 на федеральной автодороге А-298, Тамбов-Пенза-Саратов, пристанная Ершов-Озинки, граница Республики Казахстан, на 348 километре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины «Логан» и ВАЗ-111. В результате чего водитель и пассажир автомашины «Рено Логан» от полученных травм качались на месте. Водитель автомашины ВАЗ-111 доставлен в медицинское учреждение. Пассажир ВАЗ-111 скончался на месте от полученных травм. На месте работы следствие оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего.